Но в преддверии Дня народного единства ежегодно в Совете Федерации чествуют детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Медалью за мужество в спасении награждена и Хырысхана Амосова, школьница из села Мая Мегино-Кангаласского района. Наши корреспонденты встретились с героиней на церемонии награждения. Юных героев, прибывших из разных уголков страны, торжественно встречал военный духовой оркестр кадетского корпуса. Среди 19 подростков Хырысхана Амосова, 11-летняя школьница из села Мая Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха-Якутия. Мы чествуем наших детей-героев, которые, несмотря на свой юный возраст, уже совершили свой первый в жизни подвиг. Детей награждали главы МВД, МЧС, Герои России и Герои труда. Медалью за мужество в спасении награждается Амосова. Было сказано, что юная Хырысхана, рискуя жизнью, спасла тонущего 6-летнего мальчика. Прежде чем получить высокую награду, она сама вручила Валентине Матвиенко гостинцы и сувениры из Майи, которые пополнят теперь Музей Совета Федерации. Далее для детей-героев был дан концерт, а после общего фотографирования Хырысхана и ее тетя, которая сопровождала школьницу в этой поездке, дали нам короткое интервью. Мы получили приглашение буквально две недели назад. Очень хорошо нас встретили, поселили в гостиницу МВД. Тоже очень хорошо, очень все устраивает. Питание великолепно. Я желаю всем добра, радости, успеха и удачи. Акция «Дети-герои» по праву относится к патриотическому воспитанию юного поколения. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.